Сагитов, а так получилось, Сагитов говорит, а может, человек такой приходил, господин, сказал, что он такой кратный, такой-такой. Он говорит, дайте, говорит, мне хотите, кого? Я вам подарю, говорит, тоже. У меня, говорит, все мои сумки, говорит, у нас говорит, это все его ребята, говорит, кто на фестивале, ну, кто ездил, говорит, это всем дают. Это не официально. Официальные соревнования, я уже объясняла, официально это когда ты сборную команды выставляешь, что это на чемпионат мира это выступает команда. Команда России. Никогда не было. Это и 41-кратный чемпион мира. И, конечно, те люди, ну, и те люди, которые, как вот, да, спорт, это что это значит, и, конечно, им обидно. Поэтому это вообще никак невозможно. Возможно, да ему просто сказать, ты слушай, успокойся и или сиди, или что-то. Да. Но потихонечку надо брать с этого совета, чтобы его не было там совета. Еще он раньше говорит, что письмо написали мне, отправили ребята из моего бани. Как это в бане? Не в бане? Я думаю, господи, вот что с интернетом это рассказывается. Но сейчас же в Госдуме тоже это наш Дегтярев ушел, сейчас он спайкер. Да. У нас намного лучше спайкер. С Дегтяревым вообще. Они особенно с Фетисами постоянно встречаются. Один раз мы вообще устроили. Ну, вот так понять. Законопроекты, которые вот он за все вот эти 4 года, да, он никому не давал выступать. Вообще он говорил, только председатель комитета, и все. Угу. И получается такое, у нас и так особо. Ну, сейчас, да, сейчас Пайкин. Я уже вот Пайкин пришел, я уже даже законов выступала в Думе уже веду. Сейчас вот в первом чтении только прошло, сейчас второй, третий, и до этого еще вот у меня законопроекты прошли. Я думаю, что. Ну так, да? Да? Есть у нас ну, мы там с ними. Мы с ними там вели, значит, законопроект один, который. У меня было, и они брали интервью, что-то. Ну, потом даем, они это, там, как бы, это. Ну, вот у нас сейчас легче стало. Сейчас законопроект. Все спортивные объекты, чтобы терминологию привести в порядок, а то в одном гражданском законе, значит, одно у нас пишется, а закон о спорте другого. Ты не поймешь, эти по закону живут, а эти по другому закону живут. Я говорю, объекты все должны одинаково называться. Все. Вот как раз первое чтение прошлый момент провела, сейчас сама ответила. Уже сразу прошло вот закон. Самое главное, конечно, Дегтярев пришел и а он видит, мы звездные, конечно, понятно, звездный комитет. Все звезды. И Таймазы. Второй играл. Возьми, да, все звезды. Ой, все, что звезда. Женя интересно. Там он себя так, на руках. У нас все такие. Все такие, еще сейчас все полит. Но если ты забиваешь на интервью, не смел говорить, что это может быть. Я его на этот привезу, на вот 7
апреля привезли. Мы с ним этим хорошим друзьям. Все вообще другое. Я вообще человек такой, я ни с кем не ссорюсь, никогда не ругаюсь. И да, поэтому я как-то стараюсь. Даже если нравится, не нравится, у нас не в постели не нравится. А так в работе всяко бывает. Я шипую на кожу в первом деле, мне характерно, я помогаю в том, что вот лишнее интервью не такое. Сейчас мы прям все спрашивают, не надо этого делать, не знаю, что там, особенно люди проанализируют, и вот здесь неправда, просто ты не знаешь, да, вообще не знаю. Не в том, что ты, конечно, можешь, но там они одного мальчика, ага, одного мальчика они как-то вели, вообще бедный мальчик потом дома сидел. Типа того, что это он говорит, вот паралимпийцу не хватает денег, он собирает деньги, работает, подрабатывает там на питание таскает там из этого. Я говорю, он тут прекрасно знает. И он там помогал, типа того, что я говорю, прекрасно, если он сборный, то сборный у нас деньги всегда есть. Ты что, сам забыл, что ли? Если человек в сборной. А человек, который не хочет, он помогает. Ну, и неправильно отзвонит потом это. И потом, значит, это. Ну, ты пока нет, он просто попросил. Просто подача сама неправильно. То ему не хватает денег для он паралимпийцу на дорогу поехать в это, Японию. Я говорю, ну подача вообще неправильно. Подача неправильно. Ну, СМИ как у нас все там. Мне стали тоже звонить, я что же, я говорю, подождите. Вы вообще сами слышите, что говорите? Как может, если человек сборный, и он едет в команде, как может ему деньги, он будто зарабатывать, чтобы поехать. Вы вообще себя слышите? У нас вся сборная, она у нас, это полностью помогает. Он даже не думает о том, что когда билет ему взяли, и не предлагали. Родовые судьи, Денис Попов, Гербюки, Александра, Тумана, Моисеев. Приготовиться для награждения по 48-й категории до 50 килограмма. Дмитрий Данимов, Ренат Карабулин. Награждение будет проводить Гагар Тасилович Каматов. Секунданты за третий раунд. Thank you.
В этом бою победу Польши командир Шаур не стал чемпионом.